Кажется, еще совсем недавно эти оперные дивы маленькими девочками пришли в детский музыкальный театр «Олимп». Именно там они познали азы актерского мастерства, полюбили сцену и решили связать с ней свою жизнь. Когда ты полностью погружаешься в то, что ты делаешь, раскрывается твоя душа, и ты начинаешь своей энергетикой озарять всех людей, они начинают это впитывать, и, соответственно, ты делишься своей душой. Сокровище мирового музыкально-драматического искусства на доступном языке – это проект «Опера детям». Сюжеты подобраны с учетом возраста зрителей. Артисты делают все, чтобы раскрыть классические сюжеты через вокал и хореографию. Это такой вид искусства, где происходит синтез. Там драматический театр, вокал, художники работают над декорацией, костюмеры. Главные в этом проекте все-таки дети. Впрочем, юных актеров театра «Олимп» поддержали и взрослые коллеги. Полина Клочкова сегодня не только актриса, но и режиссер. Этот проект мой дебют. Я вложила в него много души, сил, вдохновения. Поэтому для меня сейчас это все очень трепетно, нервно. Хоть и юные, но уже профессионалы. Все переживания остались за кулисами. На одной сцене с виртуозами из Одинцовского эстрадно-симфонического оркестра выступать не так страшно. Поздравляю с успехом музыкального эксперимента, нового музыкального и театрализованного события в жизни Одинцовского городского округа, когда мы видим в понятной, доступной, высокоэстетической форме демонстрацию нашим юным зрителям высокого музыкального оперного жанра. Проект «Опера детям» реализуется при поддержке движения «Первых». Такие представления пройдут по всему округу. Полина Бахова, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».